Так, всем добрый день. Сегодня 9 мая. Я нахожусь в районе дома номер 11 по проспекту Ленина. Так, вот выстрел с колонны бессмертного полка. Время уже ближе к часу, до сих пор не начинается. Народ возмущается. Все говорят, надо начать движение. Но как, ждем какого-то дяди Васю, который сделает отмашку, и колонна двинется в сторону Красной площади. Вот вроде как-то какие-то телодвижения начались. Вот люди стоят, возмущаются. Все уже начинается. Началось движение. Ну, вот видите, молодогвардейцы опять там рулят обозом. Тормозят каким-то образом. О, все, вроде движение началось. Полина, Лера. Я не Полина. Лера. Так, все, давай, пожалуйста, отойди с дороги. Не спереди, а после ней, после ней. Проходите, проходите. Нет, ну они пройдут, мы потом пойдем. Уважаемые. Уйду. Останьте от меня, пожалуйста. Держи, подними табличку, выше, подними, пожалуйста. Не сломается, сейчас ветра нету. Всех с праздником!